Итак, добрый день, друзья. Мы сегодня вас приветствуем на пляже в Благовещенской. У нас жара давит. Песочек, честно, нам не нравится, но это все будет в погодном видео. У нас была на фотосессии красавица своей семьи. Представьтесь, пожалуйста, как Ольга. Вас зовут. Ольга, очень приятно. Как. Ой, и как, откуда вы к нам приехали? Бологое, Тверская область, между Ленинградом и Москвой. Это как-то не там, да, ни туда, ни сюда. Ровно посередине. Так, расскажите, где вы отдыхаете в Благовещенской? Мы отдыхаем в пансионате «Ладога». Это железнодорожный пансионат для железнодорожников чисто. Ага, то есть вам туда, вы по путевкам? По путевкам, да. А почем то путевки, вы знаете ценник? 36 тысяч, это в мае чисто, на троих. 36 тысяч в мае на троих, что на 14 входит? Дней, трехразовое питание, проживание. Номер у нас комфорт, то есть все там. Не нервничайте, успокойтесь. Так, смотрите, номер комфорт — это просто кровать есть. Три кровати, три кондиционера, четыре полотенца на человека. Все остальное. То есть у вас там вообще, то есть, а питание, что за питание? Питание отличное у нас. Не, ну как, шведский стол или? Нет. Или уже просто готов. Меню? Меню готово. То есть вы приходите, вам ставят, да. Кушаете. А дополнительные порции можно брать или нет? Нет. Нет, то есть то, что поставили, это как-то, да. СССР, да, еще? Да, 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 да. Прошлого у нас остаются. Вроде уже все перешли на шведский стол. Так, а еще вопрос. Здесь вот Благовещенская, как вам вообще вот сам отдых? Отдых. Лучше ехать в Анапу. Здесь ничего нет. Ну, тем более в мае. Так, а вообще какие-то, да, столовые, кафе вы здесь посещали? Здесь еще ничего не открылось. Супер реклама для Джимате, для тех, кто хочет туда приехать в мае отдыхать. Ну, море хорошо. Море вам здесь понравилось вообще? Море чистое, спокойное. Чистое, вот. Спокойное, да. У вас там на пляже почище, чем здесь? Чисто. Чисто, да? Тут просто... По сравнению с Анапой здесь чисто. Мы... С центральным пляжем. С Анапы вообще центральный пляж. Я не понимаю. Знаете, это у нас хайповое место в Анапе, куда все приезжают поснимать, в Анапе ужас творится. А вот мы до сих пор, это тоже Анапа, Благовещенская, то есть кому надо такие пляжные отдыхи, еще туда дальше есть семейный отдых. Да, чисто семья, тут пообщаться, да, не с кем, живете себе, наслаждаетесь, так сказать. Да. Что еще интересно, у вас там какие-то анимации в пансионате проходят? Там... В мае пока ничего нет. Подождите, у вас просто номер, кровати там... Дискотеку включают для детей, музыку. А, ну хотя бы вот, то есть уже деткам интересно, да, весело. Следующие заезды там и аниматоры будут, и все остальное. Ну, в мае, в общем, в Ладоге не отдыхайте, я так понимаю. Ну, если вам, конечно, уединение хотите, там чисто семьей побыть. Смотреть на море. Да, спокойно, да, да. Чтобы было, тихо. Вообще, Благовещенская никуда, то есть, получается, ничего не работает. Ну, ничего. Даже спросить нечего. А в Анапу хорошо ездили куда-нибудь? Ездили. Куда ездили? В аквапарк ездили, по набережной были. В центральном пляже аквапарки были, да? Золотой пляж. Золотой пляж. А расскажите, да, отзыв, как вам понравилось, нет? Понравилось. Все там чисто, только дорого. Нет, Таня, расскажите, дорого, мне понравилось аквапарк? Не, на открытие было 700 рублей с человека. Сейчас... С 1 июня будет, говорят, 1300 и 800 детский. Да-да-да, мы 30-го идем в Витязево на открытие Олимпии, тоже хотим снять обзорчик. Мы, к сожалению, вообще аквапарки пока не можем попасть, у нас чуть-чуть не получается, но хотя бы Олимпию снимем. Так, еще вы говорили, что ездили на Крымский мост вообще. Крымский мост. Ваши впечатления о Крымском мосту? Мост красивый. Красивый. Но мост как мост. Мост как мост, и все. То есть, почем была экскурсия из Благовещенской туда? Сколько? 1400. С человека? Да. То есть 1400 человека. Что она вся включает? Вот расскажите, пожалуйста. Добрались, да, через мост в Керчь. Угу. Поднялись на смотровую, можно сказать, площадку, гора Митридат. Вот. Спуск по лестнице. 423, по-моему, ступеньки. Археологический музей. Свободное время. Ага, вот. И раскопки. Ну, это археологический музей. Ну, ты же хочешь, иди расскажу про аквапарк. Ну, давай, не стесняйся. Мне за кадром, да, стесняется. Иди расскажи, что понравилось. Мама просто стесняется очень сильно. Ладно, я вас не буду больше мучить. Спасибо огромнейшее вам за отзыв. Спасибо, что были у меня на фотосессии. Я думаю, в Благовещенскую это крайний раз в этом сезоне мы приехали. Только уже, наверное, после сезона. Благодаря вам, так вот сказать. Да, если бы не умы, вы бы сюда бы не можете передать привет вам ваш город, кому вы хотите. Привет, Бологое, Вышний Волочок. Все, всего хорошего, привет и спасибо. Да, хорошего спасибо. Отдыха, друзья.